Скала-ножницы или Аксициоцефал – нелетающий птерозавр с острого черепа. Аксициоцефал вполне возможно самый странный хищник на острове. На самом деле это вид птерозавра, полностью отказавшегося от полетов, ставший впоследствии двуногим. У аксициоцефала были стройные ноги-ходули, а также очень большая, напоминающая ножницы голова с гребнеобразными зубами. Ноги странно сложены, имели длинную голень, которые возвышали животное над водой, в которой он охотился на костистых рыб. Передние конечности превратились в крошечные ластообразные придатки, а хвост сильно укоротился и стал жестким. Функции этих странных принадлежностей становятся понятными, когда аксициоцефал заходит в воду. Проводя жизнь в быстрых потоках, аксициоцефал рыщет по отмели, как цапля. Он может также затаивать дыхание и нырять под воду, чтобы преследовать добычу по дну. Специализированные органы тела и хвоста позволяют животному поддерживать нейтральную плавучесть, в то время как его обтекаемая форма дает ему скорость и изящество под водой. Передвигаясь по каменистому дну своими стройными ногами, эти птерозавры могут преследовать костистых рыб. Аксициоцефал может также использовать свой длинный клюв, чтобы ловить водных беспозвоночных, прячущихся под камнями на дне водоема. Ноздри аксициоцефала располагались высоко на голове, позволяя животному быстро вдохнуть воздух, всплывая на поверхность, и плотно закрывать дыхательные пути перед погружением, подобно баклану, и продолжать охотиться вдоль русла. Аксициоцефал мог задержать свое дыхание под водой на несколько минут. В холодной воде аксициоцефал выделял кровь через внешние поверхности тела, чтобы сохранить тепло, тем самым растягивая период охоты. Аксициоцефалы достигали в длину от 91 до 122 см, в росте от 120 до 130 см, весили от 15 до 25 кг и обитали в пресных водоемах острова Черепа. Ты. Да, я не ошибся. Именно ты. Человек, который запустил данное видео. На моем канале ты сможешь увидеть самое лучшее видео не только про динозавров, но еще и связанное с научной фантастикой. И подписавшись на канал, ты никогда об этом не пожалеешь. С тобой был Дарт Сидиус. Всего тебе хорошего и удачи!